как правильно переходить дорогу, управлять самокатом и другими средствами передвижения. Об этом рассказали ученикам 4 класса в рамках всероссийской акции «Везу детей безопасно». Для школьников организовали несколько станций с викторинами, заданиями и играми, во время которых рассказали об основных правилах дорожного движения. Детям очень нравится, они вовлечены в игровую форму, поэтому это более доступно, чем просто объяснять словами. Вы даже сами сейчас видите, как они бегают от одной станции к другой. Акция направлена на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей. По словам сотрудников госавтоинспекции, дети чаще всего становятся заложниками аварийных ситуаций, даже если они соблюдали все правила. Хотел бы обратиться к родителям и напомнить, что ваше воспитание от вас зависит большая часть. Не поленитесь, пройдите еще раз безопасный маршрут с ребенком от дома до школы, от дома до тренировки, от дома до магазина. Покажите ему скрытые опасности, которые подстерегают ребенка на проезжей части. О безопасности детей нужно беспокоиться не только на улице, но и в машине. Сотрудники госавтоинспекции напомнили водителям о правилах перевозки юных пассажиров. До 7 лет дети должны находиться в специальных удерживающих устройствах, а при перевозке на переднем сиденье ребенок в возрасте до 12 лет должен находиться в автокресле. Этим правилам следует мама троих детей Юлия Саблина. Даже для самих деток внутри им нужно сидеть, чувствовать безопасность, чтобы они не гуляли по салону, чтобы они не мешали там папе за рулем, маме за рулем. Ну и, соответственно, сейчас на дороге очень много водителей разных, и как бы не знаешь, даже если ты водишь аккуратно, не факт, что хорошо водит, так сказать, другой водитель на другой машине. Вот. Поэтому я считаю, что нужно перевозить обязательно в креслах. Чтобы водители не забывали о том, как обезопасить детей в автомобиле, волонтеры и дорожные полицейские раздали специальные памятки. Елизавета Прокопенкова, Валерий Майоров. События.